Встречаются местный Сахалин и Леон Сатурн. Очередной экзамен для Романа Широкова уже в качестве тренера. 3 поражения подряд потерпела команда, откатилась от борьбы за первое место. Сахалин свои задачи на эту часть сезона решил. Команда уже вряд ли покинет группу 3. Капитаны команд разбираются, кто где начнет этот матч. И потом пропал свет, потому что ветер был настолько сильным, да, что повредил, видимо, электричество. Игру доигрывали в другой день. Чижака в подача. И первый удар и гол. Вот так неожиданно. На плане, который у нас есть, даже было непонятно, мяч с внутренней стороны или с внешней зашел в ворота. Но зашел он с внутренней. Открывает счет Сахалин. Если честно, пока Сатурн выглядит потерянным. Еще пас на перочисле. Убить можно. Это Большунов был на мяче. Отдает на Александрова. Тут классно Меликесова нашел. А то скорость, шаг широкий. Но все закончилось довольно тривиально. Новиков. Ворос в штрафную. Но все на этом. Большунов. Удар в ближний. Снова моменты у ворот Леон Сатурна. Вообще без проблем пока преодолевает прессинг соперника Сахалин. Большунов справа. Один пока штрафной. Но... И удар по воротам у нас. Но прямо вратаря. Тиновасов. На ближнюю подавал. Какой удар от Новикова с левой ноги. Но Русанов спасает. Подача. И Новиков не стал бить. На Сорокинах. Под правую. Кончиками пальцев Рунусов спасает. Один из последних шансов в этом матче. Сливин подает. Опасная такая подача. 1-1. Боже мой. Ребят, вот если... Не знаю, это как будто я посмотрел какое-то великое кино про большую несправедливость. И Масалов у мяча. И это будет последний удар в матче. Фанаты Раменского там, кажется, протягивают удар. В стенку падает мяч, но добивание будет. Все, финальный свисток. 1-1. Сатурн спасся на последних минутах. Данил Николаев сравнял счет на 90 плюс 1.